Всем привет! Сегодня выходной день. Мы едем на стрельбище учить стрелять моего сына Юсуфа из пистолета и из автомата. И сегодня наш инструктор по стрельбе Тамила. Тамила, научишь Юсуфа стрелять? Научу. Юсуф. Что? Ну как настроение? Научишься стрелять? Ну да. Поехали? Да, поехали. Привет, я Гаджиев Габриелович. А зовут тебя как? Юсуф меня зовут. А ты что сюда приехал? Я приехал, чтобы научиться стрелять из пистолета и с автомата. Мне поможет моя ученица Тамила. Твоя кто? Моя ученица Тамила. Вот она. Я сейчас наушники надену и буду потом стрелять. Ну, одевай. Нормально? Да. Защищать нормально? Да. Я тебе показываю. Где ты делаешь? Смотри, пальчики вот так ставишь, давишь на него вот так, и все. Понял? Вот. Попробуй. Пальчик ставь, упору делай. Засунь. Да. Не пытайся так засунуть. Держи. Понял? Пальчик. Да. Смотри. Магазин. Берешь, засовываешь. Угу. Понял. Уже патрон в патронике. Вперед чуть-чуть. Ну, прям вот так, смотри. Прям великовато. Ты заехала на дистур. Ноги прям. Не нагинайся, вперед иди. Целься. Левый глаз закрывай. Зачем ты два глаза закрыл? Левый глаз закрой. Ты закрыл. Открой правый. Целься, смотри. Оно вот туда летело. Сперва прицелься. Не фыркай. Прицелься. Видишь вот это? Угу. Чтобы посередине стояло. Ты что тут целишься? Ты целишься? Дай я тебе покажу. Смотри. Целишься, Юсуф. Угу. Чтобы посередине стояло. Закрой левый глаз, открой правый. Правый открой. Целься. Целился? В мишень прицелься. В мишень. Тума. Целишься точно? Угу. Иди стреляй. Подожди. Стреляй. Куда ты прицелился? Юсуф. Ты куда-то... Ты попал? Да. Молодец. Чуть вперед вот так. Понял? Руку расправил. Целишься. Левый глаз закрываешь, правый открываешь. И когда тебе сказали команду, стреляй. Понял? Смотри. Я писать хочу. А когда писят хотят, что делают, Юсуф? Потерпеть. А еще? Подождать, пока когда уже закончат. Разряди, иди проверь. Да, подожди. Ух, пищи.
Девятка. Двойку еще сделай. Юсуф, близко стой к ней, посмотри, как она работает. Уйди отсюда, нельзя выходить с линии, меня не дотронуться. Ты можешь здесь тоже здесь рядом стоять смотреть, но не ближе. Это из очков у меня бадит ухи. А без очков нельзя стрелять? Как оно может делать? Попадается и... Что-то ноги разбил? Чуть ноги не назад, да. Вот так что? Этот глаз открой, этот закрой. Этот открой. Открой. Да. Целишься? Угу. Мушкой, чтобы посреди не было. Не кончишься. Стреляй. Нет, стой. До конца. Засунь до конца руку. Нет. Да. Ставь и стреляй. Что ты на пол кидаешь? Руку попал сюда, сломал. Магазин засунь. Магазин засунь. А, я понял. Сейчас. Да. Это куда ты пальчик ставишь? Ты не видишь разрез? Бурдан тянешь. Разрез дернешься на меня? Молодец. Держи. Ты думаешь, получилось? Пальчик убери. Сбиватился. Не подсунь. Знаешь? До конца. Целься, чтобы мушка посередине была. Понял? Угу. В мишень целься. Стреляй. Сейчас дай. Иди смотри. Тут какой-то один. Вот посмотри сюда. Ты не переживай, это твоя первая стрельба. Так что научишься, лучше всех будет. Главное, умеешь поставить магазин? На, поставь. Всегда ствол смотрит туда. Держи, клади. Молодец. Дергай до конца. Подожди. Вот это сделай так, чтобы было легче. Ага, давай со силой до конца. Зачем наверх ходить? Все, целься. Подожди. Так, расслабься, целься. Юсуф, вот это глаз закрываешь, вот этот открываешь. Вот этим смотришь, вот это закрываешь. Целься, стреляй, Юсуф. Не отпускай ствол, подними. Стреляй. Еще один. Молодец. Ствол туда. Стреляй, целься. Еще один. Целься. Сними магазин. Ствол. Сними магазин. Там кнопка есть. Нажимай. Ствол туда. Что у меня получилось? Кнопку нажать и открыть. Как у меня получилось? А? Юсуф, как тебе первая стрельба? Мощно. Это что такое? Понравилось тебе стрелять? Но ты не понял, что нельзя оружие направлять на живых? Ага, капитан.
Расскажи впечатление. Впечатление? Иншалла, я стану самым лучшим в стрельбе, и я получу много медалей. Машалла, Юсуф. Да. Как тебе пистолет понравился? Хорошо. Вот сейчас из чего хочешь стрелять? С калаша. Дальше. Случилось? Патрон подсоёбал всё. Ой, бедненький патрон. Иди заряди его и стреляй. Ну, что ты скажешь по поводу стрельбы из калаша? Ну, думаю, что хорошо получилось у нас время. Ну, поздравляю. Понравилось тебе? Да. Придешь еще стрелять? Да. Но я тебе скажу правду, ты никуда не попал. Ты куда-то в космос целился. Это потому что... Ну, ничего. В следующий раз я сюда приеду и буду стрелять. Всем пока!